В Ярославле 22 июня возложили цветы к воинскому мемориальному комплексу «Вечному огню». Ежегодно дата начала Великой Отечественной войны отмечается в нашей стране как День памяти и скорби. Нынешняя годовщина – 74-я по счету. Как говорят ветераны, у этой траурной даты нет и, пожалуй, никогда не будет юбилеев, а тем более торжеств. Они – неотъемлемая часть праздника 9 мая, когда всенародно отмечается годовщина Великой Победы. В этом году был ее 70-летний юбилей. Ярославль, по оценкам ветеранских организаций, достойно подготовился и провел этот праздник. Ветераны даже подсчитали, сколько проектов реализовали городские власти к 9 мая и отметили лучшие из них. Это звезды памяти, которые вот здесь выложены перед вечным огнем. Вот в этой нашей победе, в этих баннерах 56 фронтовиков письма оставили для своих родственников. Это оборонительные сооружения в годы Великой Отечественной войны, которые были выстроены на Первомайском бульваре. Это противотанковый еж, который на стрелке выстроен.